Чемпионат России по киокусинкай впервые стартовал в Приморье. Приветствовал спортсменов губернатор Приморья Олег Кожемяка. Глава региона назвал ярким спортивным событием первенство по киокусинкай, впервые проводимое в крае. Традиционно восточными единоборствами здесь занимаются многие жители нашего края. И Приморская федерация киокусинкай карате-до имеет уже богатую летопись за 30 лет своего существования. Сегодня Приморский край принимает гостей из 37 регионов Российской Федерации. Более 600 спортсменов будут показывать свое мастерство здесь, на татами. Хочу пожелать вам спортивных успехов, побед, а зрителям ярких симпатий. Победит сильнейший. Удачи! Отметим, в ходе соревнований определят сильнейших бойцов страны по весовым категориям кумите, ката, ката-группам и тамасивари в возрасте 12-13 и 14-15 лет. Особенностью турниров по киокусинкай является участие в них как мужчин, так и женщин в абсолютной весовой категории.